Брэндон, мы реально с тобой самые профессиональные грабители этого города. Лучше нас нет никого в мире. Это офигеть. Точно, никто еще не рвал так легко 700 тысяч баксов. Ну это вот 100%. Блин, вот только жаль, что нам этих денег не хватает на покупку дома. О, кстати, всем привет, ребята. С вами, как обычно, Паша Флейзин, Антон Товликс. И, ребята, буквально пару часов назад мы с Антоном ограбили ювелирный магазин на 700 тысяч баксов. И, друзья, если вы еще не видели этот крутой ролик, то обязательно посмотрите его, тыкнув по подсказке справа. Но, ребята, многие волчата, вот ты знаешь, что мы с Антоном копим наш шикарный дом в богатом районе. И этот дом стоит 2 миллиона 700 тысяч баксов. А у нас пока что только 700 тысяч. Но, ребята, мы не унываем, потому что мы видим вашу активность, видим вашу поддержку, видим, как вы волнуетесь за нас, и видим, как вы радуетесь вместе с нами. И, конечно же, мы видим то, что вы ставите лайки под каждым нашим видео и пишите дофигейшие комментарии. И, ребята, я хочу сказать, что мы вас просто обожаем за это, любим и очень ценим. И нам всегда становится приятно, когда один зритель превращается в настоящего волчонка. И это самое, если вы вдруг не знали, чтобы стать, короче, настоящим волчонком, вам надо всего лишь подписаться на канал, там, поставить лайк, и вот вы уже в рядах армии волчат. Так что, ребят, давайте там подписываемся. Лайки-то, конечно, хорошо, но у нас не хватает 2 миллионов баксов, как бы. Еще, да, все нормально, будем заработать. Работаем эти деньги, вот надо просто подумать. А что такое? Ограбим банк? А, в смысле, ты что, блин, мы 3 часа назад грабили магазин, блин, ювелирный. Ты что, ограбление часто нельзя так проводить. Нас запалят, блин. Надо что-то другое. Может стать элитным такси, типа... Чего? Возить бизнесменов, там, уважаемых людей, как бы, и они будут платить там большие чаевые, ты прикинь? Не, это скучно. Может, лучше это магазин какой-нибудь откроем, да? Магазин? Магазин чего, типа, одежды, там, не знаю, компьютеров, попытов, типа, телефонов? Не-не-не. Или же, там, еды, например. Стоп. Да, магазин еды, крутая идея. Нет. У нас же дома еды нету, стой ты! Господи, сейчас, погоди, да я чуть-чуть это возьму с нашего, это как бы ограбление денежек, и сейчас я быстро съезжу в магазин за едой. Ты главное, это самое, никому двери не открой, мало ли что это полиция или еще что-то. Короче, а то у нас тут денег дофигища, так что ты это самое, дверь лучше закрывай. Да, окей. Все, ребят, погнали! Все, выходим и поехали! Хотя, стоп, ребят, давайте лучше проверим, вот Антон закроет дверь или что, так, ну-ка и... О, закрыл. Ладно, все, ребята, красавчик. Я могу уже выдохнуть. Послушался меня все же. А то мало что, ребята, я бы сейчас поехал в магазин, а к Антону, наоборот, бы приехали полицейские. Увидели бы деньги и сразу же бы его повязали. Так что лучше, ребята, сейчас это сидеть дома. Тихо, спокойненько, никого не трогать, никуда не выходить. А то мало что, ребята, реально, я бы в тюрьме не хотел бы оказаться. И сейчас, слушай, ребята, аккуратненько, без палева проехать магазинчик. Блин, а пока еду, блин, надо, ребята, подумать, наверное, над новым роликом. А лучше подумать, как заработать 2 миллиона долларов на новый дом. Какие вообще идеи. Может реально снять 24 часа челлендж, работаю в такси? Блин, ну вроде и ролик сниму, и заодно заработаю. Хотя, стоп. Ребята, вы же смотрите это видео, и у вас же по-любому есть свои интересы. Точно. Ребята, послушайте меня внимательно. У вас есть уникальная возможность. Вот именно сегодня напишите в комментариях вот свою идею для ролика. Как по мне, ребята, это очень круто. Вы можете написать свою идею для ролика, которая вам больше всего нравится. И, например, я ее обязательно сниму. Вот еще раз, к примеру, вот вы писали много в комментариях снять ограбление банка. И вот, ребята, вторая часть вышла совсем недавно на канале. И, ребят, давайте, пишите в комментариях свою идею для ролика, и я ее обязательно сниму. Только это самое, главным условием будет подписаться на мой канал и поставить лайк. А то без лайка и подписки, как бы, я не увижу ваш комментарий. Так что, ребят, давайте ставим лайк, подписываемся, и, ребята, пишем в комментариях вашу идею для ролика. А я, ребята, аккуратненько должен сейчас проехать в магазинчик. Так, это... Так, ребята, это так, что так, полиция резко выезжает. Так, тихо, аккуратненько. Мы едем по правилам, никого как бы не трогаем. Ребята, едем в магазинчик. Так, за нами...
Так, ребят, подождите. Стоп, нет, ребята, это за нами! Это за нами! Так, Валер, ну его нафиг! Так, ребята, ребята, копы! Нет, они узнали, то, что мы ограбили банк! Так, ребята, валим нафиг, ё-моё! Так, ребята, давайте приезжаем сюда! Так, тихо, аккуратненько! Так, давайте куда-нибудь, надо переулок какой-нибудь темный. О, ребят, смотрите, ребят, чем мы заеву сюда! Аккуратненько проезжаем, так, никто нас не палит! Так, вроде как, ребята, так аккуратно все проезжаем! О, нормально! Ребята, мы свалили! Так, давайте еще какой-нибудь маневр совершим, чтобы нас по-любому не запалили. Так, ребята, давайте вот сюда заезжаем. Так, и куда-нибудь в темненькое место. Так, ребята, о, я даже сирену уже не слышу. Так, все, ребята, давайте, вот сюда, все. Ух, ребята, идеально. О, капец, ребята, вы видели? Там полиция была, я просто офигел. О, боже мой, я уже думал... Нет, тут тупик! Стоп, ай, нет, механизм. Я ни в чем не виноват. Руки вверх, тихо. Стоять на месте. Я ни в чем не виноват, сэр, вы ошиблись, вы. Вы задержаны за особо крупное преступление. Все, что вы сейчас скажете, будет использовано против вас в суде. Руки за голову, быстро. Блин. Следующий. Имя, фамилия. Павел Флейзин. Дата рождения. 18 июня 2003 года. Задержан за многочисленное вымогание лайков и подписок у подписчиков. Да повернись ты уже. Заключение в тюрьме строгого режима. Срок 20 лет. 20? Проходи. Офигеть. Ай, да фу, ты, господи, нормально, могли бы меня завести в камеру. Заключенный, не подходи так к клетке. Да ладно, понятно все, ладно, все, идите. Капец, ребят, это капец, это просто капец, я в тюрьме, блин. И вообще, ребят, меня даже не за ограбление. Эй, пацанчик, за что срок мотаешь, а? Я сижу, да это, за многочисленное выпрашивание лайков и подписок. Блогер, что ли? У нас из лагеря петушат. Не уважают. Почему еще не уважают? Что такого? Блогеры вроде нормальные все люди, ну, обычные. Они нормальные люди, ты себя слышишь? Они все петухи там у себя. Вот эти вот все. Да, да, я это самое. Да я просто начинающий. Я так-то их тоже, знаешь, не особо-то люблю. Вот. Да и вообще, в принципе, я крутой чел. Да чё ты отмазываешься? Блогер. Ладно. Что-нибудь придумаем. А откуда у тебя столько татух? Сидел что ли раньше или чё? Да не, я это самое, не сидел, это так, ну, знаешь, по приколу, так по, ну, как бы, да, в детстве просто любили это татухи, короче, по приколу бить, и все. Слушай, это мое место, можно я тут, ну, сяду, как бы, потому что наверху я не особо хочу лежать. Ты это самое, место свое, знай, у параши, это теперь моя лежанка. А, ладно, понял, ну, посижу на стульчике что-нибудь или еще что-то. Капец, ребята, блин, меня куда-то поселили вообще к ужасному человеку. Блин, реально, ребят, поставьте лайк, мы в тюрьме, блин. Да где, блин, этот Паша, капец, прошло часа два уже, наверное, снежок еще проголодался. Блин, что делать-то, еды совсем нет. Ладно, сам схожу, фиг с этим Пашей. Так, $50, да, возьму. Снежок, не переживай, сейчас схожу в магазин, куплю тебе покушать, я скоро вернусь. Все, сейчас тебя накормим. Так, Снежок, сейчас купим тебе покушать. Кушать, а. Блин, ладно, все, не стреляйте, я все понял, все, я аккуратненько выхожу, только не стреляйте, все, я сдаюсь, все, я все, нет оружия у меня, я... Ё-моё, ваши наручники, блин, это, конечно... 30 минут на прогулку. Ага, понял, ладно, все, капец, ребята, у меня есть 30 минут, чтобы погулять, блин, по улице. Господи, ну хотя бы не в клетке с этим, блин, уродом. Капец, ребята, это наркоман, оказывается. Он еще тот, блин, шизофреник. Господи, еще делать, блин, новых друзей искать. Антон, наверное, блин, гуляет или еще что-то делает. А я, блин, тут на зоне, блин, сижу. О, боже. А, стоп, подожди-то. Ты что, Антон? Антон! Антон, Антоха, это ты! Антон! Паша, Антон! Ты что тут делаешь? Здорово, а ты что тут делаешь? Стоп, это ты что? Да тебя долго не было, там Снежок проголодался, я думаю, дай выйду куплю и поесть ему, зачем? И там полиция. Капец, да! Я ж тебе сказал, двери-то закрой, но... Эй, ладно, ты, стоп, ты как? Я в шоке, я просто в шоке, ты... Стоп, а ты где сидишь-то? Я ж тебя даже не видел. Я вот здесь. А, ты,
Ё-моё, а я прикинь, напротив, вон там, короче. Блин, реально? У нас разные отделения. Ты прикинь, меня поселили к какому-то наркоману, блин, шизофренику. Чего? Реально, у меня какой-то там людоед вообще живет. Людоед, чего? И ты прикинь, самое вот что ужасное, нас посадили вообще не за то. Я думал, что нас посадили за ограбление, а нас посадили за какой-то вот... За что тебя посадили вообще, а? Или... Там что-то с Ютубом связано, не знаю, что ты там нарушил. Вот знаешь, что у меня? Чего? Вот за многочисленное попрошайничество лайком посадили, ты прикинь? Реально? Ребят, ну я же мало лайков прошу. Ну реально, поставьте лайк. Ну мало же, ну ё-моё, ну капец какой-то. И что делать в этой тюрьме? Кстати, тебе какой срок-то дали? Мне потому что дали 20 лет, а тебе сколько там? А мне 15, такой капец. Но я тебе предлагаю покачаться, капец. Наверное, самое главное покачаться? В тюрьме. Покачаться? Ну, ладно, пошли. Блин, капец, ребята. А что тебе меньше-то дали? Я что-то не понял, почему тебе... Ну, я не выпрашивал лайки. О, господи, ребят, ну, блин, ну я же мало выпрашивал лайков. Ну, блин, что, поставьте лайк там, ну и все, как бы... О, боже мой, просто 20 лет в одной тюрьме. Это капец. Еще, тем более, ребята, с шизофреником, наркоманом. А он вообще с людоедом. Ты смотри, чтобы он тебя не съел там. Теперь что съест там твой этот. Да, конечно, блин, я вообще в другом отделении. Так, ну смотри, ой, нифига, смотри, то какие большие пацаны-то качаются. Пошли им такими же. Ну давай, здорово, мужики. Так, а как к ним зайти? Тут у них есть какой-то вход или что? О, вот смотри, реально. Заходи тут аккуратно. Мужики, мы тут как бы подкачаться или... Вы чё? Слушай, мне кажется, они нам не очень рады. Так, ну давай уйдем отсюда. Как бы просто... Офигевший вообще. Ну как там, ребят? Петухи, вы чё? Кого ты петухом назвал? Ты чё? Надя, Антон, давай эту кошку. Пошёл нафиг. Кого петухом? Ты чё, меня тоже петухом? Это, да? Ты чё нафиг увидишь? Ладно, я получил. Кто ещё на нас, а? 1 600 041. Так и нормально. Так сколько еще будет подписываться? 1 642. Так хорошо подписываются. Опа, кстати, ребят, подписывайтесь. А что такое? Первый раз вижу блогеров и таких сильных. А, ну да, мы это самое, просто авторитеты еще в городе были, как бы самые сильные, нас все боялись, короче, делали любого на раз-два. Да-да. Вот, и этим пацанам тоже, я вижу, не повезло. Че надо, ты хочешь тоже, как бы, это, получить? Да, не-не-не, всех, я не нарываюсь. Хотел бы предложить вам побег. Чего? А, в общем, мы тут всей тюрьмой хотим сбежать отсюда, но нам нужна ваша помощь. Побег? Бежать вы что, нормально? Я бы тут еще лет 20, наверное, покачался бы. Лет 20 нам надо бежать, ты что? Ну, да, ладно, блин, что-то вжился в роль. Ну, хорошо, побег, а как вы собираетесь вообще всей тюрьмой-то бежать? Вы видели, тут колючая проволока, автоматы, блин, пулеметчики. Вы как сбежите-то? Тем более клетки. Ну так вот, именно вы нам нужны, потому что вы хилики, как бы, такого телосложения. Короче, какой план? Вы ночью должны убить двух охранников, переодеться в них, проникнуть в КПП и открыть. Там будет кнопочка, которая откроет все клетки в тюрьме, и мы сбежим. Ага, так, ну-ка, никто не слышит же. Ну, блин, это план! План, слушай, довольно-таки хороший, мы вроде подходим на охранников. Слушай, а как мы их убьем вообще? У нас же не оружие, ты видел, у них пулеметы там, они нас на раз-два убьют. Они сильные, да? Насчет этого не волнуйтесь, мы тут всей тюрьмой еле-еле сделали нож. Короче, с помощью ножа их убьете. А, ножик? Ну, слушай, так давай мне его, я тогда убью охранника ночью. Подходи, только незаметно. Ага, так хорошо, не потеряй, так ну-ка. Так, ножик и... Все, Антон, у меня нож есть. Так, отлично. Ну ладно. Короче, ночью ждите, не знаю, блин, какой-нибудь сигнал. Там, может, крикну или еще что-то, может, что-то найду. Ну, короче, клетки откроются стопудово. Ладно, мы пойдем, а то наше время уже вышло. Петухи, блин, которые на нас напали, офигевшие. На вам, ушлепки, блин. О, получай! Боже мой. Так, Антон, смотри, у нас есть ножик, главное его как бы не потерять. И не спалиться с ним. Так, да-да-да, блин, там охрана, ребята. Реально, поддержите вообще ролик лайком, ребята, и пожелайте нам удачи, потому что это капец полный. Мы будем сбегать из тюрьмы. Так, ну, Антон, ты смел, мне кажется, мои закончились, свои тоже. Я пошел к себе, короче. Давай, я тоже. Давай. Блин, ребята, капец, так главное сейчас, чтобы охранник меня не запалил. И как бы ножик, ребята... Так, давайте, может, не знаю, в штаны его, блин, либо под маску, либо, не знаю, блин. Короче, ребят, давайте его в трусы сейчас засунем. Нет, я не буду, пошел ты нафиг. Ну, если не будешь, ты чё, петушок, давай. Слышь, чё ты мне делаешь? Я сюда, туда! Тихо, аккуратненько, говнюк, блин, ну, шлепок.
на тебе! Говнюк, насчет смеешь что-то не говорить, блин, и заставлять туалет отчистить! Так, ребята, ладно, уже вечер, в принципе, стемнело, и аккуратненько. Мы сейчас, ребята, проникнем. Так, тут главное, ребята, этот замочек так вот подколбать. О, ребята, тихо, аккуратненько, мы с вами. Сейчас, тихо, блин, кого первого? Так, ребята, давайте охранника, потому что у него оружие вот такое. Вот, на! Тихо, аккуратно! Аккуратно, все хорошо, так тихо. Теперь, ребята, главное незаметно, чтобы этот не повернулся. О, ребята, вот смотрите, это как раз таки тот, который нам нужен. Так, аккуратно, ребята, вот так вот. Опа! Тихо. Так, и теперь, ребята, вот этого. Что? Так, ладно, ребята, давайте аккуратненько подходим. Так, этого чирикнем. Что? Куда? Ладно, так. Ой. Так, ладно, ребят, давайте лучше переоденемся. Опа, так, ребята, вроде как нормально. Так, этого я вообще не буду трогать, потому что мало ли что, он какой-то багнутый. Так, и, ребят, нож можно уже брать. Так, все, я такой иду. Хотя вот этого можно было... Опа! Все, минус. О, еще автомат, ребята, еще. Так, выходим и... Здравствуйте. Такая хорошая ночка у нас там с заключенными сидят, спят, не заходите туда. Так, все, ребят, давайте теперь Антона как-то надо спасать. Так, Антон сказал, то, что он в этом корпусе. Не, и... не надо! Пожалуйста, нет! Это голос Антона, так подождите, да. Не надо! Заключенный. Его все бьет! Ребята, его бьют! Так, тихо, аккуратненько, давайте. Отстаньте! Так, аккуратненько. Да! Так, Антон, давай! На! Офицер! Господи, Антон, это я, тихо, давай. Нифига ты. Давай, короче, блин, план сработал, реально, вот этот нож, он очень крутой, я с помощью него добыл автомат, ты прикинь. Так, теперь, Антон, надо нам двигать быстро. Нам надо как можно быстрее уходить. Так, давай, только вот мы таки идем. Так, здравствуйте, вот так вот, бам. Получай. Вот так, тихо, Антон, ты, главное, это самое, внимание это свое лишнее не привлекай. Давай, я, типа, тебя веду, короче, да, ты заключенный, пошли, иди, давай, главное, давай, за давай. Мной. Так, давай, иди. Так, Антон, я давай, иду уже! Идем за мной! Давай, иди, преступник! Руки за голову! Да я даже ничего давай, не делал! Здравствуйте! Переводим, прикиньте, в другое отделение его! Давай, преступник, в другое отделение! Мы тебе самую жесткую камеру посадим, знаешь, с кем? С маньяком с кем, убийцей! Так что давай, да, иди! Шуруй! Ты главное, молчи! Так, слушай, Антон, вроде нормально, подыгрывай мне! Так, давай! Тихо, там охранник! Слушай, так, охранник, так, тихо, аккуратненько! Давай, иди, сейчас в другое отделение! Мы тебя поведем. Так, Антон, смотри, значит, какой план? Я не знаю вообще эту тюрьму, поэтому, блин, нам надо найти какой-нибудь транспорт или транспортное средство. Короче, нам надо свалить отсюда как машину можно. Машину срочно! Быстрее, машину. Ну какую машину можно вообще найти? Так, ты еще оглядывайся. Смотри, давай, преступник, вот иди. Вот дорога снизу, смотри. Так, дорога снизу, слушай, блин, не знаю, я сейчас не знаю вообще, куда идти. Антон, давай на счет три прыгаем снизу. Раз, два, три. Прыгаем, Антон, вниз, давай. Полетели! Тихо, главное вроде как... Антон, стой, тихо, иди, да, давай, преступник, иди сюда. Так, главное, не отходи. Антон, смотри, Басик, давай, тихо, быстрее, там охранники, Басик. Аккуратно. Тихо, охранники, так, давай, иди, преступник, сюда. Так, смотри, давай я первый, Басик, так, давай. Все, ребят, давайте вот этот Басик открываем и... Антон, быстрее, бежим. Быстрее, давай, который нас как раз таки возили сюда. Так, и сейчас, ребята, главное проехать, и все будет идеально. Так, все, ребят, давайте проезжаем. Слушай, реально, блин, Антон, нам же надо еще этим камеры открыть, клетки этим убийцам, блин. Мы не успеем уже. Слушай, блин, может им помочь или... Хотя, слушай, не, ребята, вот там сидят только одни преступники, маньяки, которые как бы убивают там это жертву, совершают преступления. Вот, по телефону звонить быстрее. Тихо, да, все, ребята, валим, вау. Так, ребята, все, мы свалили. Антон, даже вроде как звезд нету. Ой. Тихо. Я так не думаю! Ай! Ребята! Ой-ой-ой-ой, все плохо. Антон, давай валим! Быстрее! Это капец. Так, слушай, Антон, что делать? Нас реально спалили! Так, ребята, сваливаем! Ё-моё! Капец, ребята, валим! Антон, вау! Держись! Вот! Ё-моё! Да я ж говорил! Мы отстали от них! Я ж говорил, то, что они по горам-то не поедут за нами! Ну, конечно, если так ездить, не поедут! Ай, господи, все же не зря! Ай, да все нормально! Главное, ребятки, сейчас аккуратненько притормозить. Ай, Антон! Ну, тормозила, блин! Ой, ё-моё. Ну, мы приехали, Антон, все! Ох, господи, ребята, все, мы! Полиция от нас отстала! Мы по горам, короче, фигачили все это время! И, ребята, мы сбежали с этой тюрьмы!
Капец какой-то. Так, Антон, блин, предлагаю, короче, засесть как минимум на недельку дома. И главное, не высовываться. И не знаю, может как-то подменить свои паспортные данные и так далее, чтобы по-любому нас больше, ребят, не ловили. Короче, ребят, на этом ролик стоит закончить. С вами был, как обычно, Паша Влазин, Антон Товлик. Ссылка будет на него в описании. И, кстати, ребят, не забудьте про лайкосик, если ролик вам понравился. А также подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться серой. Ну, а с вами был Влазин. Всем удачи, всем пока. Пока, друзья!